Хотите честно, честно повеселиться за свои деньги, при этом не заплатив за вход на дискотеке? Сейчас это можно сделать легко. И вообще платить за вход на дискотеке, это куда платить? За какой-то непонятный антураж, за непонятный звук? Мы предпочитаем лучше веселиться. Здесь кафе «Солдат». И для этого, и благодаря моей супруге, я привез для вас бригаду из Самары. А вот там ребята любят веселиться. Там работают честно. Ну, потому что, согласитесь, вы заплатили деньги, зашли в дорогущий развлекательный центр. Деньги немалые, кстати, почти 500 рублей. Вот, и что получили? Получили какой-то хаос непонятный. Я не согласен. Я хочу танцевать под музыку моего детства, моей юности и моих родителей в том числе. Сейчас это сделать можно. И вообще, вот кафе «Солдат» все по-честному. То есть, честно, хорошие напитки, честно, великолепные шашлыки. И с чего это меня сегодня на честность потянуло? Да потому что немножко надоело, когда нас обманывают. Обманывают развлекательные центры, обманывают банки. Ну, согласитесь, весело, да? Двум физлицам собраться, сделать юрлицо, взять в Европе, например, под 2% кредит, в Америке под 1%, запулить его нам, поиметь с этого деньги и еще и потом мозги парить. Но вот не все так просто. Вот. Да. Немножко будет много таких вот экономических эссе у меня в следующих передачах, потому что, извините, задолбало. Я хочу, чтобы вы спокойно жили, весело тратили деньги и также весело их зарабатывали. Но вот где потратить деньги весело, при этом не заплатив за вход? Сегодня это кафе «Солдат». Крайне глупо утверждать, что молодость имеет какие-то временные рамки. Важно вообще не сколько человеку лет, а как он себя ощущает. Мы редко, как правило, на свадьбах видим, как отрываются наши родственники. Почему так редко? Да потому что нигде им не отдыхать и нигде им не веселиться. Человек в возрасте не пойдет на хаус-пати, не пойдет туда, где безголовые врубают низкокачественную аппаратуру, давя децибелами и бесконечно миксуя то, что сделано с большим талантом и на лучшей, чем на диджейской аппаратуре. Вот это мы и сделали. Мы просто взяли одно кафе, сделали там шоу «Разгуляй». «Разгуляй» — это обыкновенное, типичное рабоче-крестьянское, вполне понятное шоу, на котором комфортно себя чувствуют люди любого возраста. Это шоу абсолютно бесплатное, нет никаких билетов, никакого ограничения в одежде. Музыка начинается с 6 вечера, ну и далее по нарастающей. Кстати, звездный выпендрежный диджей из провинции типа Мухозапердянска здесь ставится на место диджеями настоящего, гуляющего, отдыхающего города с лучшей развлекательной инфраструктурой. Это Самара. То есть сегодня и сейчас ежедневный отдых становится доступным, как говорится, и пенсионеру, и пионеру. Причем вы сами, ваша компания определяет репертуар. Ну а за сумму входа на любую тусовку вы можете здесь накрыть замечательную поляну и для своих друзей, и для новых подружек, которых легко найти и тем, кому за 60 лет в том числе. Так что наше шоу «Разгуляй» и не только в этом кафе, а вообще везде доступно всем. И доступно оно каждый день.